Набережная Амура в районе улицы Пионерская. Это один из участков грандиозного проекта берегоукрепления. Этот участок частично закончен. Открыта 20-метровая пешеходная зона. Здесь мы видим, выложены плиткой дорожки и даже установлены опоры под фонари. Однако ни одной живой души на стройке нет, работы не ведутся. Здесь у меня за спиной следующий участок. Картина примерно такая же. Все готово для работ, однако стройка не ведется. Последний раз нога строителя ступала здесь в феврале. И хотя этот участок был почти готов, осталось сделать благоустройство. Сдать его так и не смогли. Тут вопросы финансирования. Перед нами есть определенная задолженность. И пока что нет решения по компенсации этой задолженности перед нами. Мы за то, что здесь выполнили уже, зарплату-то заплатили людям. Люди-то за физически сделанную работу деньги получили, то есть, ну, они получили их от Бурегостроя. Бурегострой не получила эти деньги от заказчика. О каких суммах идет речь, строители не говорят. Рабочих из Благовещенска временно перебросили на другие объекты. И пока стройка простаивает, подрядчик продолжает терять деньги на охрану и содержание этих участков. А это уже берег Зеи. Строители зашли сюда в 2013 году, в 2014 развернули полномасштабные работы. За это время успели освоить примерно 50% участка, но сейчас, как мы видим, и он законсервирован. Берег Амура разделен на 9 строительных участков. Берег Зеи по счету 10-й. На данный момент ровно половина участков не сданы. Хотя в этом году берегоукрепление в районе площади Ленина собирались закончить. Проект пытались поддержать своими силами. В 2015-м на стройку выделили 250 миллионов областных денег. Еще 50 миллионов добавил город. Но чтобы закончить все работы, требуется еще около 2 миллиардов рублей. У нас на сегодня идет работа с федеральным центром, главный распорядитель бюджетных средств проводит работу по привлечению очередного транша для продолжения строительства. То есть в данном случае заявка от Амурской области подана на уровень правительства Российской Федерации, и мы ожидаем поступления средств. Конкретных сроков, когда федеральные средства поступят в область, нет. Хотя именно от этого зависит дальнейшая судьба проекта. Бесконечно содержать и охранять участки подрядчик не сможет. А убирать охрану с недостроенного объекта опасно. Также на участке могут проникнуть воры. Власти обещают, как только появятся деньги, их направят на проект, от которого и зависит, как будет выглядеть лицо города. Наталья Шепелева, Ирина Стругачева, Александр Лисенюк, Кирилл Захаров. Альфа-Новости.